Закрыть глаза за 30 тысяч рублей бывшего сотрудника регионального управления МЧС подозревают в получении взятки. По данным следствия, старший дознаватель отдела надзорной деятельности летом прошлого года выявил нарушение противопожарной безопасности в одном из производственных цехов текстильной компании. К слову, незадолго до этого в помещении случился пожар. Так, вместо составления протокола сотрудник ведомства предложил закрыть глаза на выявленные нарушения за 30 тысяч рублей. Руководитель предприятия согласился и перевел деньги на банковский счет. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных фактов совершения подозреваемым преступлений. Подозреваемый задержан 10 февраля 2019 года в городе Алуште, Республики Крым. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по части 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – лишение свободы на срок до